В Санкт-Петербурге умерла Наталья Попова, звезда фильмов «12 месяцев», «Прощай, шпана», «Замоскворецкая» и «Наш бронепоезд». Заслуженная артистка России скончалась на 73-м году жизни. Об этом в субботу вечером, 26 июня 2021 года, сообщили ее близкие в социальной сети. Наталья Попова скончалась в результате тяжелой болезни. У нее был коронавирус. На данный момент о месте и времени прощания с артисткой ничего не сообщается. Наталья Попова окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после чего служила в театре юного зрителя. В 1975 году была принята в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола, ныне известный как «Балтийский дом». Также она преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. За свой талант в 1983 году получила звание заслуженной артистки РСФСР. Также обладает высшей театральной премией Петербурга «Золотой софит». Победитель в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким актрисы.